Так, ну що ж, шановні глядачі, ми продовжуємо наш ефір, ефір нового дня. До нас вже завітали перші гості. Отже, дозвольте вам представити пані Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків. Тож, доброго ранку, пані Єлизавета. Дуже раді вас бачити у себе в гостях. Я б хотів би сказати, що ось 21 лютого пройшов День рідної мови. Ось з цієї нагоди ми запросили пані Єлизавету до нас, тому що, як відомо, з кожним роком так в Миколаїві все більше якби стає, якби знаходиться людей, які мають якісь польські коріння, так, або знаходять якесь своє рідство. В Польщі все більше таких людей стає, приходить до вас. Ось, і ну, розкажіть взагалі. Так, наше товариство об'єднує, але не тільки поляків, а усіх, хто бажає вивчити польську мову і взагалі цікавиться польською культурою і історією. Як відомо, історія Польщі і України дуже сходна, і та, і друга країна дуже довго боролися за свою незалежність. Зараз відомо, що Польща трохи пішла вперед і має великі поступки, але ми маємо приклад, що ми можемо зробити, чого добитися. Ми завжди відзначаємо День рідної мови. Ну, це якби і походить від нашої ради національних товариств Миколаївської області. Але ми теж люди, які польського коріння і не польського, які шанують польську мову, вони намагаються знати її, а мова – це і культура народу, і пізнання його традицій, і взагалі виховання. В цьому році ми писали для наших учнів, зробили диктант. Диктант такий, перевірка, так? Так, перевірка знання. Перші 3 місця обов'язково отримують якісь нагороди. Ми ще робимо олімпіади, але це вже на закінчення шкільного року. А зараз писали диктант про Україну. І я хочу, щоб ви, я знаю, що ви знаєте польську мову дуже добре. І щоб ви сказали, що багато цікавиться польською мовою. І хочу, щоб ви трохи зачитали якийсь абзац з цього диктанту, яка присвячена Україні. Так, ну давайте тоді я зачитаю такий вірш. Як бачите, дійсно дуже багато людей в Миколаїві цікавиться польською мовою, навіть ведучі нового дня є серед них. Отже, вірш називається «Кохам чи Україна». Не вірш, а диктант, який писали так, так. Діти. І зараз я так шматочок прочитаю. Отже, «Кохам чи моя Україна, єстиш моїм краєм, ктурему бендем вірний достатньо готху. Твоя історія інспірує нас до великих джел. Захвисом ще пікне твоєї природи, ктора не раз розквітала на стронах моїх улюблених кщонжик. Твій язик ужека і взива до його заховання в устах дічі. Кленчус пред тобом ойчизну чує моц твоєї жемі, ктора карміла моїх пшотков през віки. Кохам чи Україну». Дуже хорошо. Жаль, що ви не прийшли к нам на диктант, не написали. Но я хотела сказать, что очень много взрослых людей, которые приходят, вот, которые имеют польские корни и где-то в детстве слышали родной язык, это их родной язык, они приходят в общество, и он очень быстро у них всплывает, и они говорят потом и читают на польском языке даже лучше, чем молодежь, которая просто приходит поучиться польскому языку. А вот я бы еще хотел бы отметить тот факт, то есть, ну вот многие, наверное, вы тоже слышали, что вот многие говорят, что украинский и польский язык, они где-то похожи между собой. Вот мне кажется, как мы сегодня вот сейчас вот услышали, не так он все-таки как говорят схож. Филологи, где-то на 80% польский и украинский язык имеют общие корни. С белорусским еще больше сходство. Ну, с русским намного меньше, хотя тоже славянский язык. Но, в общем-то, когда поляки говорят очень быстро, то люди наши, которые здесь даже изучают польский язык, ну, говорят, что их очень трудно понять.
А скажите, среди людей вот какого возраста прослеживается вот наибольший такой интерес? Вот кто к вам приходит в общество? То есть люди какого возраста? Это молодые или среднего? Ну, я бы сказала, что у нас самый большой процент – это люди среднего возраста. Mm-hmm. Это mm-hmm. те, которые осознали свою принадлежность к польскому mm-hmm. народу и, в общем-то, тянутся, ну, все равно кровь зовет. Поэтому они приходят и к нам, и не только учат польский mm-hmm. язык и культуру, традиции, приходят на мероприятия, mm-hmm. Историю изучают, ездят в Польшу, ну и просто пообщаться между собой. И очень многие приходят, чтобы пообщаться на польском языке. Mm-hmm. Пусть это не совсем правильно, но mm-hmm. все равно как-то, когда они общаются на родном языке, да, то ну, на душе светлее и легче. Потом идет вторая группа, это молодежь, ну, среди молодежи. Подростки, да? Вот. Да, ну, начиная с детей. У нас при обществе школа, где занимаются дети, начиная с первого класса. Есть специальные учебники для изучения языка, потому что, естественно, что детей нужно учить по-другому. Есть свои учителя, один из главных учителей, это у нас преподаватель из Польши. Преподаватели из Польши вообще у нас приезжают еще с 99-го года. Регулярно, да? Да, регулярно, каждый год. Ну, уже вырастили и своих преподавателей, которые тоже помогают, потому что желающих много. И дети, вот я сказала, что с первого класса учатся, и большая прослойка молодежи. Ну, молодежи тоже не только тех, кто имеет польские корни, но и молодежь, которая... Ну, сейчас это модно, ехать в Польшу учиться, они просто приходят к нам учить польский язык. То есть, можно сказать, среди молодежи, да, многие как бы приходят с той целью, чтобы потом дальше продолжить или свою работу, или жизнедеятельность именно в Польше, да, уже? Да, ну, я бы сказала, что такая молодежь, она не очень интересна для общества, потому что у общества другие цели и задачи, мы объединяем как раз людей польского происхождения, и эти люди, да, это их кровь, это их язык, это их культура, они к этому тянутся и к этому относятся ответственно. Молодежь, которая приходит к нам в общество только выучить польский язык, ее не интересует ни история, ни культура, и это, к большому сожалению, это проблема. Нет, ну, я даже не считаю, что это проблема нашего общества, это проблема нашего общества, вообще украинского общества, города. То есть, да, как бы желание, чтобы просто выучить, да, чтобы кто-то уехать. Да, чисто, просто даже уехать. Я бы даже сказала, что не все даже хотят учить этот язык ответственно. Вот они, да, говорят, что польский язык на украинский язык, мы украинский язык хорошо знаем, поэтому поедем и там разберемся, но... Не все, далеко не все разбираются. Такое легкомыслие, можно сказать. Да, легкомысленное отношение к языку. Ну что ж, конечно, да, немножко грустно. Ну, будем надеяться, таких людей будет поменьше. Вот скажите, вот вчера прошел диктант, вот есть уже какие-то первые результаты? Вот как нет, еще результатов нет, справились? Потому что занятия у нас проходят в основном ближе к вечеру, когда дети приходят со школы и студенты, поэтому преподаватель еще не успела проверить. А вот скажите, возможно, есть у вас какие-то планы на ближайшее будущее, вот что-то, может, проанонсировать, какие-то события, мероприятия, что у вас планируется? Ну, у нас постоянно есть какие-то мероприятия, и, ну, ближайшие мероприятия – это будут концерты. Мы концерты проводим в Доме учителя, но обычно всегда дату уже попозже мы определяем, потому что, ну, это связано и с приготовлениями, и с возможностями наших детей. И, ну, как сейчас, например, должен был концерт к Дню родного языка, где тоже наши дети выступают, но в связи с карантинами такими, что нельзя собираться детям в большом количестве, поэтому такое мероприятие отменено, будет перенесено на март. Ну что ж, хорошо, спасибо. Надеемся, что все-таки мероприятие состоится, ну, будет реализовано. Да. Я хотел бы напомнить, что у нас в гостях была пани Елизавета Селянская, глава Николаевского областного общества поляков. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, поделились с нами информацией. Желаю вам успехов в дальнейшем развитии, чтобы больше людей приходило осознанно и как бы трудолюбиво занимались изучением культуры и языка непосредственно.